Здравствуйте! Сегодня проведу еще один онлайн-урок занятий по вокалу. Этот урок будет теоретический. Я расскажу вам, какие бывают виды и типы нашего с вами голоса. Итак, классификация голосов очень разнообразна, но в основном она опирается на пол певца и диапазон певца. Поэтому первое разделение – это женские голоса и мужские голоса. Женские голоса делятся на несколько видов. Первый вид – это самый высокий женский голос, это сопрано, средний голос, это меццо-сопрано, и самый низкий женский голос, это альт. По такому же принципу делятся и мужские голоса. Самый высокий мужской голос, это тенор, средние голоса, это баритон и бас-баритон, и самый низкий мужской голос, это бас. Так как мы говорим с вами о видах и типах нашего голоса, нельзя забывать про регистры. Регистр – это отрезок диапазона певческого голоса. У него существует собственная классификация. Во-первых, он делится на женские регистры и мужские регистры. Женские регистры делятся на несколько видов. Это нижний регистр, средний регистр, микст и головной регистр. Мужские регистры делятся по такому же принципу. Нижний регистр, средний регистр или грудной и головной регистр. Все вышеперечисленные мною понятия дают нам более широкое представление о нашем с вами голосе. И когда мы занимаемся с вами в классе, мы можем определить тип вашего голоса. На этом у меня все. Большое спасибо. До свидания.